если Господь дал талант, то, скорее всего, надо развивать. Талантливый и религиозный художник, спокойный и мудрый историк. Василий Поляков считает искусство, человеческую красоту и природу родного края даром свыше. Он родился в самом центре Ставрополя. На первые детские рисунки Василия вдохновила, как он сам говорит, особая ставропольская атмосфера. Мое, так скажем, место, где я родился и вырос, это вот где Андреевский собор, там улица Авиационная есть, вот там мой отчий дом, так скажем, там я этот собор, который я, в общем-то, первый, наверное, из которых я начал изображать. Ну, тогда еще из моего огорода было видно, не было семинария, это так застроено, было видно вот тут еще куполок. То есть художником вы решили стать с детства? Ну, тут уже как бы, как мне, я-то не совсем сам, может быть, чего-то помню, но как мне рассказывают, что я с там, раннего детства, лет с 5-6, у меня бабушка, дядя работали в типографии. Вот, и много было доступа. Вот бабушка работала в типографии, и я там, ну, с ней иногда вместо садика там болел в детстве, и с ней был на работу там, она меня брала. Вот там была куча бумаги. Вот я рисовал, значит, всех, кто ходит. Ну, то есть у меня как бы, не знаю, от чего это изобилие вот этого материала, или, может быть, это как-то было наверняка уже заложено. То есть я рисовал, и мне как бы это поддерживали тем, что мне давали много бумаги, там, материалов. Его художественный талант заметили все. Поэтому родители отдали его сначала в кружок живописи, а затем в Ставропольскую художественную школу. Самый юный ученик Василий начал учебу на год раньше остальных детей. Не боялся экзаменов, собеседований и критики. В 21 год окончил Ставропольское художественное училище, а в 22 стал постоянным участником выставок. Сегодня Василию за 40. Он идет в ногу со временем и учится на ошибках прошлого. За его плечами сотни выставок, десятки из них персональные, пленэры, фестивали и конкурсы мирового уровня. Его работы знают и любят в Европе, Азии, Америке. Обо всем этом сам автор говорит скромно. Когда бегаешь за популярностью или там за каким-то там, чтобы ты уж был какой-то очень такой отличаемый от всех, то ничего, ну, либо ты все равно ты начинаешь на кого-то, кому-то подражать явно, или как-то это, и популярность такая, какая-то дутая получается. Вот, а просто надо своим делом заниматься, показывать людям, да, и оно, наверное, это. То есть, и чем больше искренности, вот, тем это. Вот я убежден, даже вот бывает, вот все равно вот зритель чувствует искреннюю работу. Вот если эта искренность будет, и то будет и, наверное, популярность. Хотя в наше время же есть разные способы популярности. Можно ее себе сделать, но я не сторонник такого пути. Это время, которое тратится на все эти участия где-то и прочее, ну, которые не совсем, может быть, являются творческими, да, можно лучше потратить на вот, творческий процесс, на общение, там, скажем, с первоисточником вдохновения, там, с природой. Человеком на своем месте Василий Поляков чувствует себя в маленькой и уютной мастерской. Здесь сотни дипломов и грамот, ряды книг от пола до потолка. На полках сувениры из многочисленных поездок, а на стенах для картин уже не хватает места. Вся жизнь Василия Полякова и его увлечение на полотнах. Большую роль в творческой и духовной жизни художника занимает история. Это увлечение прослеживается и в портретах последнего императора России Николая II, и в образах сестер милосердия времен Гражданской войны. Вот хотелось бы показать новую серию работ. Но так не совсем, может быть, свойственна для меня такая графическая серия, ну, я ее постарался тоже живописно сделать. Это серия работ называется «Лики вечного города». Это Рима Ивановна. Это Рима Михайловна Иванова, да, на фоне, вернее, за ней это улица Лермонтовская, Воробьевская, Дзержинская. Вот того места, где она, дом, где она жила, провела детство. Вот. Ну, в общем, как это та среда,
которую мы сейчас знаем, говорим много о ее подвиге, да, ну, то есть это вот, просто вот эта среда ее сформировала, в том числе, да, и вот героя воспитала, да. Вот, и вот я-то тоже там недалеко вырос, и поэтому для меня и воспоминания о детстве эти, этот часть портрета нашего города. С полотен Василия Полякова внимательным взглядом смотрят женщины. Совсем маленькие девочки, юные девушки, мудрые женщины, одинокие задумчивые мечтательницы, роковые красавицы, а еще мамы с младенцами на руках. Вот тема материнства. Сейчас сюда. Может, вначале и неосознанно как-то началось. Вот я помню, первые работы у меня такие были чуть ли не с каким-то иконным таким путем. Я, ну, считаю, что это вот как раз такое очень высокое состояние, очень, ну, мать. И, ну, в общем, это одна из страничек моего творчества, которую я закрывать не собираюсь. Вот у меня еще тема детская, сейчас покажу. Это одно из моих тоже таких тем, которые в моем творчестве. Вот. То есть это вот дети тоже, ну, все их восприятие мира, вот я через их призму, знаете, вот я помню, когда я, вот бывает такое ощущение, когда вот там с ребенком или с другим человеком, когда ты там, да, идешь, вот где-то ты уже это место знаешь, все, тебе оно уже не восхищает, такого первого нет впечатления, да, но когда ты это показываешь, ты как бы переживаешь вместе с этим человеком еще раз, да, то есть вот, наверное, когда стараешься вот проникнуть в этот детский мир или еще что-то такое, то есть переживаешь, наверное, то, что когда-то, может, в детстве уже было пережито и уже как бы забыто, да, а тут дети дают тебе заново и заново пережить это еще раз, и еще раз, и вспомнить, как Господь так устроил, что он забывать не дает те вот сигналы, которые когда-то мы принимали. Одна из главных составляющих внутреннего мира Василия Полякова – это вера. В своих работах религиозной тематике он уделяет много внимания. К таким картинам художник относится с особой ответственностью. В 2004-м я начал, в 2015-м я ее... То есть почти 10 лет? Я еще раз закончил. А почему так получается? Может быть, я тему взял, которую не смог сразу освоить. И вот мое понимание и темы, и пластических каких-то, может быть, даже технических моментов, которые я еще не мог. Как бы это, то есть вот я на том уровне ее оставил. Потом я дальше увидел, ну, так скажем, для себя лично посчитал, что это ошибки, их надо исправить. Вот, и я начал их там исправлять. Ну, в целом, как бы вот, ну, идея, и все осталось тоже. Просто вот какие-то моменты, и я увидел, что наоборот стало еще лучше. Вот называется картина «Клевета». Угу. То есть вот она как бы про образ вот суда у Понтия Пилата. Ну вот, и как бы вообще я так спроецировал, то есть вот как мы переживаем всевозможную там клевету, или, ну, в общем, сейчас это стало частью жизни, наверное, современного общества, к сожалению. И, безусловно, на многих картинах Василия Полякова его семья. Жена Ольга Полякова-Бутырская, к слову, тоже художник. И три дочери, которые больше тянутся к музыке, чем к живописи. Здесь вот из тех, что стоят, на самом деле, здесь вот и этюды, то есть вот это моя средняя дочь, это младшая, там вот этюды на даче нашей, вишенки называется. Такая летняя. Да. Это моя дочь и ее подруга. Василий Поляков – лауреат Краевой премии Союза молодежи в области изобразительного искусства. Участник и дипломат российских и зарубежных выставок. В 2002 году стал одним из 5 художников, которые представляли Россию на 10-й азиатской арт-биеннале в Бангладеш. Помимо этого, он общественный деятель и представитель казачьей войсковой православной миссии по возрождению духовных ценностей русского народа в Ставрополе. Его художественный талант признан почти в каждой стране мира. В Южной Корее есть даже постоянно действующая экспозиция Василия Полякова. Сам художник говорит, даже талант от Бога нужно воспитывать. Художника уже делает, наверное, не только его там, ну, какие-то
то, что он унаследовал, да, там от своих предков, ну и вся культура, и все то, что где вот он как живет, как он вырос, как он рос. И, ну, все очень, очень много таких маленьких факторов. Вообще желание творить должно быть. Вот, не повторять, не то, что вот прям такое, вот я сейчас нечто сделаю такое. Нет, просто вот, не знаю, я вот, например, всегда помню, что вот я видел красоту, и мне хотелось ее как-то передать. Ну, то, что я видел, да, рассказать иногда не хватает. Вот есть вещи, которые невозможно там рассказать, да, вот как о цвете рассказать. Ну, о ярких цветах можно рассказать, о нюансах как, о их взаимоотношениях как ты расскажешь, да. Вот. Например, мне нравилась эта тоже поэзия своей какой-то вот живописностью, да, то есть вот настолько вот бывает, упиваешься таким, как вот поэт там в одной строчке выразил, я вспомнил это ощущение этого, там, скажем, момента жизни или там природы, описания или еще что-то такое. Вот. Но с другой стороны, есть люди, которые умеют принять то, что вот сделал художник или там поэт или еще кто-то, который вот действительно там с благодарностью, с какой-то это. Вот, и у них, может, не возникает чувства тоже что-то сделать, а просто вот уметь это воспринять. Ну, наверное, вот это как бы одно без другого тоже не может существовать, потому что зритель, который такой и требовательный, и внимательный, да, и художник, вот это вот какое-то, потому что одно без другого, наверное, существовать не может. Ну, наверное, было бы скучно, если бы все были художниками, и не было бы зрителей, или наоборот, были бы все только зрителями. Поэтому тут, мне кажется, это состояние души вот художника. И воплотиться может, ну, в любом даже деле. Не секрет, что, да, там иногда вот некоторые творчески подходят к каким-то обычным вещам, да. Вот.